Скажем так, задачу выполнили выхода в высшую лигу. Это радует, самое главное. Ну, осадок остался, что не с первого места. Что команда собралась неплохая, по меркам даже первой, и даже и высшей лиги мы играли с тем же Шахтером, проиграли там 4-1, но по статистике не проиграли. Наверное, спутнику, когда мы играли, получается, на выезде, на детском, на искусственном поле. С левой ноги попал там. Отрицательные какие, безобидные поражения, которые там на старте сезона Локомотив, скажем так, Крумкачам тем же дома. Арсеналу дома. Это самое, скажем так, осадок такой, что дома все эти матчи были проиграны. Хотя по игре я не скажу, что мы вообще кому-то уступили. Все со всеми играли первым номером. Вот я вспомню даже тот же Арсенал. Последняя игра, первого круга. Здесь мы перенесенная она была. То есть забеем мы все свои моменты. Даже я, как помню, там я мимо пробил пустых ворот, то есть, и у них один момент этот, попал в девятку там самую, да, с этого и состоит футбол, что не забиваешь, как ты, забивает тебе. Складывалось у нас с первых минут нормально, мы владели преимуществом. Забей там я на первой, там на четвертой минуте гол, не в штангу попади, сложилось, может быть, по-другому. Потом, второй там вышло то же самое, знали, что нам надо обязательно забить, и все пойдет. Потом забили гол сразу после удаления, имели много моментов, там 4 стопроцентных, наверное. Не забили, и потом привезли себе пенальти, ненужный. У нас есть Олежка, который выручил в нужную минуту. Где-то мы выручали в нужную минуту, и пришлось ему выручить. Эмоций вообще, мне кажется, не было, потому что, не знаю почему, либо это связано, что могли и в ничью сыграть, в тот же момент не верилось, что вышли в высшую лигу таким способом, что дали какой-то глоток надежды, там Крумкачам, или что мы могли потерять очки. Тогда мы за много туров с Могилевым решили свои задачи, выхода в высшую лигу. Там решалось только первое место. А здесь вы видите, что до последнего тура все ждалось. И команда, больше стала, которые ставят задачи максимальные. В следующем году тоже будет первая лига интересная, и с высшей лиги там Белшина вылетела, и со второй лиги Днепр зашел, у них тоже будет, я думаю, максимальная задача стоять. Нам надо смотреть Гомель, чтобы, не было этих качель, что там через год-два вылетала команда. Это надо, потому что такой город, только команда должна быть в высшей лиге, это однозначно. Тем более с таким стадионом, с такими болельщиками.